Годовщина бегства Януковича. 5 лет назад экс-президент Украины покинул свою резиденцию в Межигорье. Имущество вывозили грузовиками и вертолетами. Активисты, приехавшие в загородный дом, были шокированы масштабами имения бывшего главы государства. Что сейчас представляет из себя загородная резиденция президента-беглеца, смотрите в сюжете корреспондентки UATV Юлии Крючковой. Такими мелодиями наслаждался Виктор Янукович, когда отдыхал в бильярдном зале своего клубного дома «Хонка» в Межигорье. Это коллекционная музыкальная шкатулка за полмиллиона долларов. Корпус сделан из червоного дерева. Корпус сделан из красного дерева. На крышке написано «Есть 5 валиков». Каждый валик имеет 4 разных мелодии. Их всего в мире 20 штук. Это 16-й экземпляр. Петр, участник революции достоинства, сразу после побега Виктора Януковича стал смотрителем «Хонки». Он ухаживает за домом и проводит здесь экскурсии. У нас есть две вазы справа и слева. У нас есть две вазы справа и слева. Севрский фарфор, Франция, 19 век. Между ними стоят рояль фирмы Steinway, копии автографа Джона Леннона и рисунком. Всего таких роялей было выпущено 25. Это маленький пятачок. Если этот маленький пятачок посчитать, то выйдет приблизительно 2 миллиона долларов. Но на самом деле некоторые вещи здесь исторические, они бесценны. Именно этот особняк называют музеем коррупции и символом расточительства Януковича. Это одна из самых больших в мире построек из деревянного бруса. 4 этажа и больше 600 квадратных метров. Площадь всей резиденции Межигорье – 170 гектаров. На них спортивные банные комплексы, ландшафтный парк, поля для гольфа, теннисные корты и футбольное поле, охотничьи угодья и выход к Киевскому морю. Уже 5 лет здесь отдыхает не один человек, а тысячи туристов со всего мира. Стабильно она не увеличивается, если мы говорим про летний период. Стабильно в летний период по будним дням к нам приходит 300-500 человек, по выходным от 2,5 до 4 тысяч, а в некоторые дни 7-8 тысяч. В холодное время несколько десятков туристов. Вход платный, от 1,5 до 3 долларов. Все деньги уходят на обслуживание территории, в том числе знаменитого зоопарка Януковича. Здесь живут олени, лоси, ламы и еще десятки видов птиц – страусы, дрофы, павлины. За последние 5 лет коллекция пополнилась. Виктор Янукович бежал из своей резиденции в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года. Он улетел на вертолете, а ценные вещи на протяжении нескольких дней вывозили грузовиками. В спешке пытались уничтожить документы, которые доказывают участие Януковича в коррупционных схемах. Они легли в основу дела против экс-президента об экономических преступлениях. Его расследует ГПУ. По другому делу о госизмене беглый президент уже получил срок. 13 лет лишения свободы. Правда, сам осужденный скрывается в России. Юлия Крючкова, Владислав Гапон, UATV.